получился отличный бой. Соперника немного изучил перед боем. Знаю, мне такие неудобные, длинные, готовился под него. 3 раунда забрал я вчистую, 4-й он уже включился и забрал 4-й. В общем, отличный бой, все вот это мероприятие тоже очень нравится, почаще бы проводили. Нам, спортсменам, нужны соревнования. Всем спасибо большое за поддержку в зале. Уже не первый раз здесь в Оренбурге. Хорошая поддержка. Зрители уже, видимо, знают, что в том году боксировал в финале также. Спасибо им большое всем, кто поддержит и болеет. Ну да, здесь чуть другое, конечно. Перчатки пожестче. Можно где-то времени побольше чуть. Где-то шоу устроить какое-то. Опять, если соперник позволяет. Опытный парень, у него по профессионалу там 13 боев, что ли. Или больше, не знаю. Как бы. Тоже непростой парень. Для нас это, скажем так, принципиальное значение имеет, потому что бокс в нашей области, он на очень высоком уровне. У нас более 7 тысяч только ребят по линии детской и юношеской спортивной школы занимаются боксом. Любителей и того больше, тут под 40 тысяч у нас. Поэтому наши ребята выступают очень хорошо на уровне сборной команды. Поэтому для нас очень почетно, ну и, безусловно, торжественно, чтобы именно у нас один из этапов проходил. Надеемся, что все любители бокса получат огромное удовольствие от сегодняшнего мероприятия.